Друзья, всем привет! Наконец-то сделал из шагового двигателя нормальный ветрогенератор. Установлены 12 лопастей. Лопасти вот эти вот из тонкого алюминия. Это от жалюзи. Длина каждой лопасти 10 сантиметров, ширина 1,8 сантиметра. Итак, эти лопасти установлены вот на такой пластиковый шкив. Приклеены при помощи термоклея. И вот так вот закреплены на стойку при помощи резины. Вот таким вот образом. А теперь приступаем к испытаниям на новых лопастях. Итак, друзья, вот на таком стенде установлен ветряк наш. А ветер мы будем получать вот от такого ветрогенератора, скажем так. Это, как помните, мотор от стиральной машины автомат. Карбоновый винт. Сколько он там, 35 дюймов. И будем подключать к этому мотору вот такие вот аккумуляторы литиевые на 12 вольт, на 24 вольта и на 36 вольт. Причем проводили замеры при помощи, правда, старого анемометра. Это измеритель скорости ветра. Так вот, данная ветроустановка дает при 12 вольтах примерно скорость ветра будет 3-4 метра в секунду. При 24 вольтах скорость ветра будет 6-7 метров в секунду. И при подключении 36-вольтового аккумулятора скорость ветра будет 10-12 метров в секунду. Ну что, приступим к испытаниям. Первым будем подключать аккумулятор на 12 вольт. Итак, ветрогенератор вращается очень-очень слабо и неравномерно, как видите. Видите? Даже останавливается. Даже останавливается. Смысл измерять ток никакого нет. Подключаем следующий аккумулятор 24 вольта. Подключили аккумулятор 24 вольта. Скорость 6-7 метров в секунду ветра. Как видите, ветрогенератор вращается и вращается достаточно быстро. Сейчас будем измерять напряжение и ток. Итак, друзья, подключили тестер в режим измерения напряжения. Предел 20 вольт. Смотрите, напряжение всего лишь около 1 вольта. Около 1 вольта напряжения. Очень-очень слабое. Но в цепь, как видите, включен всего лишь один диод. То есть выпрямляется один полупериод. Если бы поставить диодный мост, но у меня, к сожалению, нет такой возможности, напряжение было бы примерно в два раза больше. Это при скорости ветра, еще раз напомню, 6-7 метров в секунду. Аккумулятор 24 вольта подключен к ветрогенератору. Теперь измерим, какой же ток вырабатывает данный ветрячок. Смотрите. Режим измерения тока, предел 20 миллиампер. Как видите, вырабатывается всего 0,07 миллиампера, друзья. Очень-очень слабый ток. 0,6 даже. .05-0,6 миллиампер. Итак, подключили аккумулятор 36 вольт. Скорость ветра больше 10 метров в секунду. Ветряк крутится очень хорошо. Давайте посмотрим, какое напряжение вырабатывается при этом. Итак, измеряем напряжение. Напряжение, друзья, 2 вольта, больше 2 вольт.
Но это, опять же, повторюсь, при выпрямлении одним диодом, то есть выпрямляется один полупериод. Если бы был диодный мост, напряжение было бы в два раза больше. А теперь измерим, какой ток при этом. Итак, друзья, ток при скорости ветра больше 10 метров в секунду примерно всего лишь 0,7-0,8 миллиампера. Это очень маленький ток, друзья. 0,9 миллиампера, ну, может быть, в порывах 1 миллиампер. Вот так, друзья, работает данный ветрогенератор из шагового двигателя при скорости ветра больше 10 метров в секунду. Какой можно сделать из этого вывод? Такого тока достаточно только для того, чтобы, ну скажем так, горел светодиод. То есть какую-то большую эффективность данный ветрогенератор вам не покажет.